В центре Петрозаводска сгорел автобус. Пожар произошел вечером на площади Кирова. Видео происшествия опубликовали ВКонтакте в группе «Подслушано» у водителей ПТЗ и Карелии. Водитель сгоревшего автобуса рассказал паблику «Весь Петрозаводск Карелия», что с ним была одна пассажирка, с которой все хорошо. Пас ездит на газовом топливе, и огонь пошел из редуктора. Я остановился, пассажирку высадил и начал тушить, но не успел, и я выскочил. У меня телефон, документы, все сгорело, говорит водитель. В конце ролика видно, как к месту ЧП подъехала бригада спасателей на двух машинах, которая ликвидировала возгорание.